глядя на вас, они могут изменить свою судьбу. И уже тысячи и тысячи это сделали. Поэтому я особенно благодарен моим большим друзьям Денису Лебедеву, Саше Поветкину, который согласился стать еще моим общественным помощником, от чего меня просто испытываю особое гордость и особое значение при работе с детьми, потому что Саша работает много с детьми. Поэтому не останавливайтесь, есть свободные минуты, идите к детям. Вы можете спасти чью-то жизнь. Спасибо большое. Это не подгадано. Александр Поветкин. Борис Владимирович, Борис Владимирович, вам тоже нужно что-то сказать, а потом уже Александр пригласи микрофону. Хочу поблагодарить всех за эту премию, Александр, тебя, за то, что вообще организовал. Мне очень приятно. По славу нашей Родины, России, будем дальше пробовать аплодировать всех. Благодарю вас. Значимых международных боксерских шоу и ведет большую работу по пропаганде и популяризации спорта и здорового образа жизни. Ваши аплодисменты городу Подольску! То, что Магомед сделал, это благодаря вашей всех поддержке. Нашей третьей национальной премии «Звезда бокса». Я рад, что мы вновь и вновь чествуем наших чемпионов советских, российских, нынешних, которые трудом, потом. Победил наш прославленный боксер, который всеми любим, Денис Лебедев. Мы приглашаем на сцену Дениса Лебедева. Итак, 10 апреля в Москве в Лужниках прошел бой. Пусть знают, что у нас есть крепкие ребята, крепкие мужики, и хоть нас немножко сейчас давят со всех сторон, да, не очень нас любят, нашу страну почему-то. Должны все знать в этом мире, что наша страна была, есть и будет всегда великой. Благодаря таким людям, как вы. Спасибо. Поэтому мы работаем на премию «Звезда бокса».